Около 50 дней остается у жителей Чувашии на то, чтобы заплатить имущественные налоги. Это касается автовладельцев, собственников земельных участков и недвижимости. О том, что изменилось в этом году, в нашем материале. Главное новшество – измененный внешний вид налогового уведомления. Уже в нем указаны реквизиты счетов для оплаты, так что отпала необходимость в самой квитанции. Само уведомление по-прежнему приходит привычным заказным письмом под расписку, или его можно найти в электронной форме, в личном кабинете налогоплательщика. Документы направляют не позднее, чем за 30 дней до конечного срока уплаты налога. Он истечет 2 декабря. Письма разосланы практически всем. Основные изменения. Добавлена федеральная льгота для лиц, имеющих 3 и более несовершеннолетних детей. Дополнительный вычет предоставляется им. При уменьшении уменьшается налоговая база при расчете налога на имущество в отношении квартиры на 5 квадратных метров, в отношении жилого дома на 7 квадратных метров. Это за каждого ребенка. А также уменьшается величина земельного налога на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров в отношении одного земельного участка. Налоговая инспекция призывает жителей не откладывать свои обязательства в долгий ящик. Несвоевременная уплата повлечет за собой начисление пени, а неплательщикам может грозить арест имущества и даже запрет на выезд за границу. Рифат Фаткулин, Республика.